И так вот придушенно-придушенно, Алла Николаевна, два раза вот он так произнес мое имя и отчество. Вот здесь я вот в этот момент, я увидела, что он начал синеть. Вот после моих слов, вот, ой, после твоих слов, когда вот он произнес два раза, Анна Николаевна, Анна Николаевна, я увидела, что ребенок начал синеть. Тогда я его схватила, перекинула вот так через коленку вот это вот место диафрагмы, и начала ему вот это вот, ну, такие вот движения делать. Со спины опять же вот так вот нажимать ему вот на диафрагму, вот так вот несколько раз. Ну, я же не знала, что, как бы, ты вот не медик и не знаешь, что делать. Не надо мне фотографировать.